Здравствуйте, дорогие друзья! Если ребенок родился 8, 17 и 26 числа любого месяца, то его число дня рождения 8. В ведической нумерологии число дня рождения также называют числом души. Таким образом, детки, которые родились 8, 17 и 26 числа, имеют число души 8. Смотрите видео до конца, и вы обязательно узнаете, как наилучшим способом использовать потенциал даты рождения вашего ребенка с числом дня рождения 8 и как воспитать ребенка счастливым и очень важно реализованным, который нравится себе и окружающим. Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, самое интересное вас ждет впереди. Ребенок щедрый, трудолюбивый и готовый научиться всему, что приведет его к успеху. Он обладает хорошим чутьем относительно того, что нужно сделать в той или иной ситуации. Это будущий администратор. Ребенок любит сам заботиться о своем финансовом состоянии. Он предпочитает, чтобы ему дали возможность делать взрослые дела, например, организовывать свои собственные вечеринки и совершать приготовления для пикников с друзьями. Предоставляйте ему такие возможности, и вы удивитесь, как он это прекрасно выполняет. Ребенок любит философские идеи и получает удовольствие от того, что с ним обсуждают серьезные вопросы. Он выносит разумные суждения и даже не достигнув 10 лет, чувствует, что именно справедливо и, главное, правильно. Ребенок во многом живет своей сложной, интенсивной и напряженной внутренней жизнью. И пережитое он никогда не забудет, поскольку свои переживания он склонен держать в себе. Родителям очень важно проявлять инициативу, чтобы иметь возможность оказать ему помощь. Его сложная внутренняя жизнь часто бывает деструктивной, ведущей к саморазрушению. Поскольку он имеет сильно развитое чувство собственного достоинства и плохую способность прощать, то родителям следует особое внимание уделять собственным словам в общении с ребенком, чтобы потом не жалеть об этом. Обращаю ваше внимание на тот факт, что на детей, рожденных 8, 17 и 26 марта, а также 8, 17 и 26 декабря, оказывает сильное влияние число 11. Если вы сложите 8 плюс 3 – это март, и декабрь 1 плюс 2 – это тоже 3, то 8 плюс 3 будет 11. Рекомендую вам узнать более подробную информацию о влиянии числа 11 на судьбу этих детей из моего видео «Нумерология по дате рождения. Магия числа 11», ссылка на которое есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Дело в том, что этих детей желательно научить использовать потенциал числа 11. Это очень сложно, им действительно нужно этому обучиться для того, чтобы в будущем у них не было существенных потерь и, главное, разочарования. Эти детки пришли в этот мир для выполнения особой миссии. Помогите им, пожалуйста. Многие дети с числом дня рождения 8 очень музыкальны и обладают замечательным чувством ритма. Поэтому, если есть возможность, обязательно отдайте их в музыкальную школу. Из них также получаются хорошие спортсмены. Оказывается, их врожденная способность рассчитывать время способствует их достижениям во многих видах спорта. Понаблюдайте, вы обязательно это увидите. Они, как правило, имеют много способностей, что приводит к тому, что им становится трудно сконцентрироваться на чем-то одном и не размениваться по мелочам. Поэтому родителям следует уделять особое внимание развитию способностей таких детей. Ребенок с числом дня рождения 8 любит внимательно все исследовать. Поэтому он может надолго погружаться в книгу или в интернет, смотреть видео, которые расширяют его кругозор.
Поэтому очень важно создавать условия для удовлетворения его потребностей в дневном отдыхе. Попытайтесь понять, что ваш ребенок всегда стремится к равновесию. Это поможет вам быть спокойными, если он иногда тянется в противоположном от вас направлении. Его бескомпромиссность рождается из склонности к крайностям и проявляется в любой из сфер жизни. Если он весел, то до крайности. Если печален, то глубоко. Если обижен, то очень сильно. Для него существует только черное и белое, и никаких компромиссов, и никаких полутонов. Его склонность к крайностям ставит его либо в весьма незавидное положение, когда его подавляют, либо он сам будет оказывать давление на свое окружение, или его будут мучить, или он станет терроризировать других. Однако при склонности к крайностям ребенок имеет вполне уравновешенную манеру поведения. Вместе с тем ему присущ дух противоречия, который просыпается, как правило, в тот момент, внимание, когда на ребенка оказывается сильное или длительное давление. Поэтому следует воздерживаться от частого применения в качестве метода воспитания сильного давления, что позволит избежать пробуждения в ребенке духа противоречия и развития отчужденности. Очень сложно потом будет наладить с ним взаимопонимание и доверие. Внимание! У детей, рожденных 26 числа, а также 8.02, 17.02, 8.12, 17.12, в обязательном порядке в дате рождения есть число 2. Обращаю ваше внимание на то, что число 2 оказывает очень сильное влияние на ребенка. При этом очень важно количество двоек в дате рождения. Дело в том, что у всех детей, рожденных после 2000 года, в любом случае есть как минимум одна двойка. А у детей, рожденных после 2020 года, как минимум две двойки в их дате рождения. Информацию о влиянии числа 2 на судьбу детей можно узнать из моего видео «Число 2 в дате рождения. Карта рождения», ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Ребенок с числом дня рождения 8 обладает сильной волей и умственной энергией. Он всегда рассматривает обе стороны в споре. Поэтому родители, которые просят занять их сторону, будут непременно разочарованы. И не надо этим заниматься. Ребенок верен и предан тем, кого он любит. Его тонкая чувствительность заставляет его всегда выслушивать вторую сторону и помогать проигравшим. Как родитель, вы должны понимать его желание справляться со всем самостоятельно и не препятствовать этому. Уважайте волевые качества и ум своего ребенка. Он у вас замечательный. Внимание! На ребенка, кроме числа дня рождения, сильное влияние оказывает также его число жизненного пути. Информацию о числе жизненного пути ребенка можно узнать из видео, которое находится в плейлисте «Число жизненного пути». Ссылка на плейлист сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Я рекомендую вам воспользоваться этой информацией. Как показывает мой опыт консультирования, многие родители очень жалеют о том, что не имели этой информации, когда их дети были маленькими. А ведь скольких ошибок можно было избежать? Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите мне комментарии. Таким образом, вы вдохновляете меня на новые видео. И самое главное, учитесь жить в гармонии с вашей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!